Муж говорит, тоже кого-нибудь установить будет прибавление, пополнение. Да ради еще это и все. Не, куда ж ты? От Олега. Я не рожу. Не? А то Олег хочет детишек себе. Да, ну он хочет, а я тоже не могу. Не могу и не хочу? Не могу, у меня там облучение было. Ой, блин. Левого яичника. Так что... Положу, Валерий, в холодильник. Обойдется. Ну, там разберете. Ну, да. Заказывай, Владимир Иванович. Сейчас. Люди отойдут. Оля, по-Кивоозерски. Возьми Светлане колбаски. Владимир Иванович. Вот, Озерская. Светлане возьми колбаски. Дядь Володь. Владимир Иванович, а? Возьми Светлане колбаски. Где? Сейчас возьму. За счет президентский. Полкило. Побольше. Это потом свежатину надо положить. Да. Надо все купить. Весь холодильник. На две части разрезай ее, Оль. И эту на две части. Одну Светлане, одну Владимиру Ивановичу. Пойдет так, дядь Вов? Пойдет так? Маленькую. Давай, Светке и Владимиру Ивановичу маленькую, а я Светке побольше. Сейчас я все оплачу. Ты давно приехал, Светуль? С утра? Ну да. А что не позвонила? Да у меня нет на телефоне денег. А, сколько надо? Так, 600. 600 рублей на счет? Угу. Сейчас что-нибудь придумаем. У меня там это самое обещанное уже закончилось. Я понял. Сейчас мы придумаем. Светуль, ага, это тебе, да. Спасибо. Два сырка по 18. И 4 ходят. А почему два, а не три сырка? У нас же трое. Давай еще один. Да, да. Четыре. Три кофе. Сырок Светланке один дай. Владимир Иванович. А прохладная. Светлане дай один сырок. Оль, давай еще один сырок, Ольга. Да ты взял уже, дай ему свой. Еще один сырок давай. Ой, извиняюсь. Свет. Да. Спасибо. Колбаски рубанешь Озерской. Ага. Саня, платишь? Ты же сказал, оплатишь. Ты наличкой. Дядь Володь. Наличкой, кофе наличкой. Ты же говорил, оплатишь. Светке наплачу. А тебе я дал, сам оплачивай. Ты на обед когда пойдешь? Сейчас поедем. Сейчас попьем да поедем. Ну да. Что ждать-то? Давай столик подвинем сюда. Давай. А то стоит на проходе, да.
Вот сюда его. Опа. А вы убирали, наверное. Во. Что там интересного дома? Доча как? Ничего. Нормально, спит. Отсыпается. 14 рублей. Сырком. Отсчитаю ее назад. Владимир Иванович. Делай как надо. Горяченький. Хоть шумок, да. Владимир Иванович решил сделать красиво. Колбасу. Ну давай большой кусок, ты что маленький дал? Вот. Ты что ж кусок другой поменял? Это твой кусок маленький. Тот давай большой назад, это Светланкин тот. Ты перепутал, Владимир Иванович. А, Света, давай. Не, он все правильно сделал. Перевесить? Перевесить, пересчитать. Потому что я все вместе посчитала. Во, делайте как надо. Я думал, ты химичить опять начинаешь, Владимир Иванович. Сырок один минус, да? Сколько с тебя 300 рублей, а это вот, за это 197. Ага. Свет? Буханку хлеба и полкило капусты. А, это сырок, что я сняла, 197 плюс 18. Ага. Подождите, блин. Так, Вок, с тебя 300, 197 плюс 18, 215. Сейчас все будет. Буханку хлеба и полкило капусты. Пирожные будешь? Ну иди, выбирай. Да. Выбирай, Свет. Ну вот тут какие-нибудь, да. Может, пирожки? Давай возьмем по такой. Ну да. Кекс. Что там, доча как? Нет, до утра на смерть был, спит такая. Не болеет ничего? Ну вот тут чуть-чуть ног забивается. Капли капай. Да, купила капли, тут аэрозор. Вот она спит. Так, говорит, дочь, ну давай, Саня, носик капать. Лимонадик дала, попить, воду пересохла. Вот дальше спать. Ну как я поспится вот это уже после школы, как заматывает. Хочется поиграть же дома, все, и на улице, к бабе, и везде их теперь. Оль, ну и вот такие вот кексики. Кекс Светлане. И мне вот такой. Не, здоровый слишком. Что одеть? Можно? Владимир Иванович, ты не уходи, подожди, сейчас. Сейчас я тоже подойду. И вот такой, так, Оль. Было еще 215, да? Ага. Нет, ладно, мне просто дай. 10 рублей нет у вас мелких, я вам 50 рублей. Светуль, спасибо. Держи.
Сейчас я себе возьму. Вот такие. Один? Да. Хватит мне кофе. Так, включаем. Все, спасибо. Нормальный? Свежий? Вчерашний. Вчерашний? Ну ничего, тоже пойдет. Что там огород посадила? Травы вокруг все вырастать вокруг, ну а так на огороде ничего. А нет. Как же косить? А мне прикосили, а за чего двором там выросло. Ну кофе давай попьем, что? Что я хотел? Ничего такого не хотел. Сейчас пообедаем. Время обеда. А мы не завтракали. А завтра поужинаем. Так меня тоже надурили, блин, много раз. Завтра, говорит, придете. Хорошо, приду завтра. Наебывают? Ну, я тебе рассказываю, как оно происходит, происходило. Завтра придете, сегодня нет. Хорошо, приду завтра, когда будет. Так и с деньгами. Пошла сегодня, переспросила в МФЦ. Пошла опять в банк. Уже, говорю, должны начисления. Ага, потом же я пошла, говорю, мне вот это в банк не понимаю. Опять объяснили за меня. 12 тысяч надо вложить. До 2099 года еще можно пользоваться банком. И сколько я проживу, посчитать. Лет 80 еще плюс. Живи, Светуль. Живи. Подольше. Ты куда пакеты цепляешь? Ну это, помогать мне выйти. Сейчас покушаю. Вон как. Я думал, ты себе решил подцепить, дядь Вов. Вот это два моих пакетика. Просто там кошелек. С деньгами. Здорово. О, олиган. Молоток. Ты косишь? Чего не здоровайся? Со всеми надо здороваться, Олег, не забывай. А вот это чекурец моя. Здорово. Родная. Сань, давай, пей кофе. И ну, поехали. У тебя, Олег, какие проблемы? В чем? После вчерашнего вообще. Болеешь? Да. Ой, Олег. Ну ты кадр, а. Да возьму, убери, куда же деваться. Иди, бери. Давай, ех, быстрее, кофе ехать. Какой надо, Олег? Чешская. Она же не крепкая. Ничего, мне налегке. А, пойдет, да? Отойди. Сань, давай, пей кофе и поехали. Рано еще. А что ж, ей плакать, что ли? Ну да, ты так сказал, после вчера, блин, вообще я, нет проблем. Я же тебе говорил, я вчера собирался к ней, блин. Ну не получил. Не доехал, да? Да. Ну а без этого нет, я могу не успеть делать. Что там? Успеешь, выпьешь, хватит до вечера. Доехать. Да мне это хватит, чтобы. Ну я говорю. Хватит, чтобы отойти. Сейчас жара, блин. Я вчера доехала. Это вечерку. Дюра перестарались. Сань, как оно? Ничего? Да ничего. Дай сигарету. Сигарету, да. Здрасте. Сигарету? Mm-hmm. Так они у меня в машине. А машины нету. Ну, значит, подъедет сейчас. Погнали. Робот куда-то отскочил по делам. Сейчас приедет. А сумки где мои?
Вон они там лежат. Ну ты чё, Владимир, ты чё кричишь, дядь Вов? Там кошелёк, документы, они лежат. А если кто-нибудь подрежет? Бросил там, кому? Пиво пробить. Сейчас пробьем. Ты что, на обеде? Я все без обеда, чтобы пораньше уйти. Да, Сергей. Я же сказал, в машине. А здесь нету? Нет, здесь. У тебя нет курить? Есть. Ну, дай, Владимир Иванович. Это вчерашнюю пачку. Ага. Мало куришь, да? Я сокращаю потихонечку. Ну, правильно, Олег. Лучше вообще бросить. Я тоже планирую бросать. Надоело мне все это. Нет, от нее потом дыхалки. Какой-то... Дыхалки никакой, понта никакого. Да. Лучше пить, чем это. Курить. Все верно. Ты что сегодня выкашивал? Где был? Да вот он, стоянку выкашивал. Стоянку? За универмагом? В среду телевидение будет. Телевидение приедет? Откуда? Не знаю, то ли с Москвы, то ли с Воронежа. А, вон что. Понял. Оль, ну пробей Олегу. Пиво. Забирай, Олег. Оплачиваем. Ну пойдем на улицу. Блин, сейчас стаканчик возьми, у меня есть мелочь. Стакан? Рубля 3-4. Хватит. Дай мне стаканчик маленький. До штуки 3. Зачем 3? Под лимонад. А-а-а. В парке посидим. Пойдем туда, где стоянка там, тенечек как раз. Да? Ну пойдем. Да там и в парке тенечек, Олег. Да не везде. Ну, мы найдем сейчас местечко. Сейчас я, Олег, сигарету возьму. А? Куда туда? Вот, туда далеко, я... Олег. Давай вот здесь, с краю посидим. Отвечу, далеко туда, Олег. Давай с краю здесь ты посидим. Мне, триммер, там, не пизданули, лежи. Владимир Иванович, ты загрузился уже? А ты куда? Вы уже на старте, да? Да, Владимир Шевович. Ты смотри, не изменяй, блядь. Я не изменяю. Ты что, он мне как отец? Ты что? Ага. А вот тебе, ага, блядь, работай, ага. Мне 12 тысяч мне надо. Мне все тебе родители сказали, говорят, иди и живи. Ну, правильно. Ну, только это самое же, надо доехать. Друзья, всем привет. Подписывайтесь на канал. Канал у нас в Ютубе один. Гордей Иванович. Все остальные каналы не наши. Много фейков, мошенников. Не нарвитесь. Будьте внимательны и аккуратны. С 4 могу на велосипеде приехать. Ну, я же на велосипеде езжу, так что приезжай. Потому что там это надо и помощь, там и самое, и
И того, и другого. Да, помочь сделать, чтобы ты не расслаблялся сильно. Ага. И сделаем потом чудом. Ну, давай. 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 Я все ножки беру тоже домой. Давай, что там, где обед сейчас? Сейчас нет, я сегодня без обеда. Ну, может, пообедали. Я тоже сейчас вот сам кофе попила и все. Сейчас мы поедем к Владимиру Ивановичу, а потом я домой. Еще надо деньги положить на телефон, если получится. Хорошо. Чтобы я звонить, мама, у меня там это обещан сейчас. Ожидай сегодня. Ну давай. Знаешь? Так я могу приехать уже сегодня совсем. Ну совсем? С паспортом? Со всеми. И вещами. Ну с вещами только это. Ну приезжай, что? Давай. А что делать? Хозяйство вести надо. Все. Давай. Договори. Всем добра и мира. У нас обед, друзья. Не забывайте про Телеграм, Инстаграм, ВК Одноклассники. ТикТок у нас в записи много. Присоединяйтесь, всем рады всегда. Да, Олег? Естественно.